Давай. Допиливай. Оказывается, сгнила вот эта вот качели. И решили заново все сделать. Перепилить по частям, ее свалить, а там нет. Это вот качели, тарзанки были. Вот там гниль появилась. И решили убрать. Новую достать, поставить. Вот она. Наклоняется. Смотри, что тебя не ударило. Оградку тут поломала нам. Какие картины. Я вот со стороны зайду, чтобы показать, какое бревно. Ну, какое оно. Вот оно сколько. Здоровое. Это нездоровое. Значит, сейчас что, Володя? Постепенно размонтировать ее надо и столкнуть. Размонтировать. Это сперва, да? Ну да. А что, оставлять его так? Дальше простучи, какое оно? Нет. Хорошее? Менять надо. Плохое? Да, да, да. Вопросов нет, снимать немедленно. Там тоже. А тут пока поставить, не подходить. Все подперто было, уже меняем. В лагере тогда меняли точно так же. Оно на боку лежит, в щели вода льется, одеваться некуда. Ну что, все тогда, да? Вот эти скобы, которые их держат, надо вырывать с одной стороны. Я понял, да. С одной хотя бы. А потом их вот сюда столкнуть его и все. Пока там стоит это, ты пользуйся этим. Лестница-то. Лестница-то высокая. Это детская площадка. Дети все время сюда бегают. Мы стараемся одних не пускать со взрослыми. Как качаются? Две большие качели вот эти. Они, ох, как на ногах качаются, страшно смотреть. Они на подшипниках. Вот они. И сейчас все это придется снимать. И подшипники, и все. Я думаю, вот эти подшипники, когда снимем, на новое бревно на низу надо надеть. Мы уже знаем, что какая высота. Ну, то-то бревно потоньше, да? Надо метром замерить сейчас будет. Да. Ты простучи дальше. Дальше-то хорошая она или нет? Нет, нет, нет. Не хорошая? Нет. Ну, что делать? Вот он. О-о-о! Сгнило. Вовремя мы схватились. Все, Володя, не трать время. Понятно. Капитальный ремонт. Вот эти отрывай помаленьку. Отрывать только будешь, что на обеих столбах по одному, с одной стороны. А столбы постучи как? Какие? По столбу постучи. Столбы как? Вот это? Нормально? Да вроде, да. Но вертикально стоят. Когда это бревно оттуда уберем, столкнуть его, надо как-то одновременно сталкивать. Как мы ручную поднимали, ужасно, по лестницам. Я знаю, было неудобно и трудно. Вот эти, Володя, слышишь, которые соединительные доски тоже отрывать надо. Вот эти? Да, да, да. Иначе она на нее и рухнет. Их надо убрать. А он будет шататься тогда? Ну все, пока. Сколько в деревне дел? Вот Алексей уже крышу кроет. Ну это как по черепису. Разными словами называют.
Какие-то деревья стали хоть просматриваться. Дома не было видно. Пришлось подпиливать ветки выше. Вот так. А это тоже качели. Качели, турники, большие, малые. Ребятишки играют в теннис. Или как называют его тут. А мы целый день тут бьемся. Володя там распечатал. Первый, кто увидел, что тут неладно, Нестор. Ну, я ему награду уже выдал за любознательность. Видите как. Оно еще было бы там. Половина не сгнила. Ну, это качели. Тебя вручную пилить долго придется. Я думаю, не надо или надо. Да лучше отпилить. А? Отпилить лучше, чтобы доски не убирать. Ну давай, пили. Если лучше думаешь. Я тебе ножовку-то сейчас подам. Ножовку китайскую. До того интересно. Тащить нельзя. Всегда тащил ножовки. А тут один раз потащил, а ее тащить-то нельзя. Ну и она. Все, совсем полетела. Китая банщик. Велосипеды, все сейчас продают, ключи не дают. Отдельно покупай. Колеса как-то еще на велосипеде. Ну, наверное, поврозь будут продавать. А потом колесо по спицам, по отдельным, по гаечкам. Год не проездили, уже все. Уже не все полетело. Резьба сорвана. И при том в деревне ездим никуда. Ну это по иначе как бракодельство-то не назовешь. Что-то Володя посмотрел туда. Алексею крышу кроет. И вот вручную это... Какой там диаметр? Сантиметров 20, наверное, больше? А? Бревно сантиметров 20 толщиной, больше? Ну да, где-то так. Больше, да? Может, 25, вот представь себе пилить. И вот будет пилить. Вот задумал пилить, будет. А вот если залезть на столб, то большой можно пилой пилить. Нет. Это надо, чтобы с одной ручкой большая пила была. Ну, смотри. Еще одну. Искали, искали. Решили длинную, одну нашли у барабаша. Вот 5,70. 5,70, а надо 6 метров. Все надо замерить с двух концов. Промазать попытаемся. Попросить Игоря. Кун, что назначает, не знаю. Ну, черпает, там зерно поднимает. И здесь та же самая. Вот высоко-высоко коршун летит. Прям в одну точку превратился. На солнце летит. Вот здесь я живу, вот в этом домике скворечники. Тут был Витя, он теперь отдельно живет. Гостеприимные люди. Вот он такой летит. Ну, все, давай. Оказалось, что у нас вот эти железные бетонные называются пасынки. Сегодня тут
На тарзанку Володя полностью все переделал. И вот вверху, когда делали, скрутка была сделана. Вот она. А проводим вниз, внизу нет. Почему? Потому что самый деревянный столб был закопан. Вот да, там хорошо видать на второй половинке. Но это так дальше. Вот. А вот здесь сейчас мы побоялись и взяли, сделали скрутку. Вот так, небольшая, кое-как нашли проволоки вдвойне, в два раза меньше. Ну, потому что она невысокая. Главное, это столб шатается вместе с пасынком. И пасынок не так глубоко. Чтобы лестницу поставить, вот пришлось площадку готовить, рыть. Сейчас вот сказали, может быть, в среду бульдозер будет. Ну, тут начнется у меня работа на первом мостике, на втором и на Рыжковском. Три пруда изгадили бобры. В другом месте вручную сумели сделать, а дальше не сделать. Вот так. Как машина работает.